Соломаршал Душуглер Махквай. Сегодня у нас на обзоре жилой комплекс европейский, а точнее первый дом, который находится в Черноречии по улице Мамсурова. Большинство квартир в этом доме уже распроданы, осталась двухкомнатная квартира на 11 и на 12 этажах. Сейчас мы поднимемся и покажем вам планировку. Данная квартира находится на 11 этаже и площадь ее составляет 61,5 квадратов. То есть это двушка с видом на лес. Посмотрите, какой шикарный вид. Цена за квадрат за полную оплату 60 тысяч и в рассрочку на 1 год 65 тысяч рублей. Цена данной квартиры составляет 3 693 тысячи. Если в рассрочку, то 4 миллиона. И ежемесячные платежи составят 333 тысячи рублей в месяц. Также на 12 этаже есть двухкомнатная квартира площадью 69,5 квадратов. Тоже пока что свободно. Сдача данного дома запланирована после майских праздников. Как вы можете заметить, здесь сейчас облагораживают территорию. Друзья, если вы ищете квартиру в доме, который сдается в ближайшее время, звоните, пишите, номер будет на экране, а также в описании. Шо адыкэл, марш айл.